Смотрите, как лег. Она-то лежит так на бочку. Смотрите, как лег. Как будто загорает на животике. Видите, спинку подставил. Видели когда-нибудь? Я тоже впервые. Вот такие повадки белого мишки. Показать вам хочу, как здесь все замерзло у них. Им-то хорошо. Опять это емкость для игр. Он вообще очень любит поиграть. Он сгрыз все. Видите? Все прогрызано. Вся пластиковая бутыль. И вот так улегся наш красавец. Загорает. Если честно, немножечко припекает. Скоро закат. Через часик, наверное. Так что успеет погреться. Высушить шубку, по-моему, она немножко мокрая. Вообще, товарищи, шикарно. Белые наши мишки. Белые мишки. Он, по-моему, кайфует вообще просто. Что-то она проснулась. Очень смешно он лежит. Вообще просто. Ого. Лапку кладет. Ой, как вообще потрясающе. Парочка, конечно, сладкая. Надо пойти Арктику еще снять. На рядышком холл. Братика, видите, отдали. Красноярский зоопарк. А так было двое медвежа в 2020 году. И без сотрудников медвежата бы не выросли, потому что мама Мишка не захотела их воспитывать, растить. Нюхает воздух.